Народ, уже купили вы билеты, показали вам путь на Краков, Пловни, на вокзал. Вот, на доллар и евро по 4,75, а мы по 3,77 в аэропорту. Это нас накололи, конечно. Даже, ну, тут-то тут хуманит. Так, давай сейчас покажу вам еду. Сейчас уже будем заходить в галерею Краковскую. Это какой-то модный шопинг-молл. Но мы без шопинга не можем быть. Вот по 10,90 такие вкусняшки. Даже уже сразу заметила, прям 69 такой тортик. И по 10,90 такие бутерброды в дорогу, а есть по 9,90, смотрите. Ну, вообще все очень, конечно, вкусненько. И хочется прям попробовать. Наташа где-то уже застряла там. Короче, надо было нам менять 20 евро или 50 евро. А я тебе что говорила? Надо было приготовить. Ты мне говорила, но дело в том, что мы были такие уставшие, что уже ничего не хотели. А, Наташа уже в серебре. А где ты увидела? А, вон курс. Так здесь поменять или в галерее? Идем подивимся. Наташа читала отзывы, что в галерее хороший курс. Нет, что в галерее тоже хороший. Але треба дивитись. Нужно смотреть, спрашивать, за сколько. Потому что они бывают... А, комиссия. Да, не комиссия. Они за 1000 берут. За 1000 типа дают хороший курс. То есть спрашивают, я вам даю там 50, сколько я получу? Я вам даю 100, сколько я получу? Потому что они, когда меньше объем, то они по меньшему курсу могут курить. Кстати, входим в галерею. Ох, елки-палки, а молы-то не хуже, чем в Эмиратах. Sales. Так. Уже сколько еды? Просто еда. Выставочки. Еда. Магазины. Starbucks есть, я вижу. Обувь, распродажа. Ну да, если плохая погода или дождь. Можно просто вместо шопинга пойти. Кстати, очень тепло, я даже разделась, что мы в помещении. Наташа несет мою курточку. Боже мой, это просто вот. Вот туда просто уходить и гулять. А в Кракове лучше гулять по городу. Да, в Кракове мы и хотим погулять по городу, но мы хотим поменять. Может, пойдем там поменяем просто. Или покажем галереечки, раз мы уже здесь. Вот, смотрите, техника. Минут 10 давай обзор сделаем, потому что, в принципе, мы уже один день, спасибо Визеру, протратили. О, аптека вверху. Не мама заказала капли для глаз, которых уже нет в Украине. Кафешечки, Starbucks. А вот уже и выход. Ну, видно, вся галерея просто вот туда вот уходит. Ну, идемте пройдемся, что ж. Ну, и надо смотреть, конечно же, обменку. Давайте с нами прогуляемся по галерее, посмотрим, что это за мол такой. И так, потолочек, все это. Ну, я скажу, что мол тоже такой же прикольный, интересный, как в Абу-Даби или в Дубае. Все есть, и техника есть, и распродажи есть, вещи есть, и всякие. Вот мы хотим еще кремы польские посмотреть. Заказывали в Украине, было прикольно. Для котиков и собачек. Ты хочешь прямо здесь купить корм нашим котикам, да? Не трави мне душу, да, хочу. О, почта польская. Нам ничего не нужно, марочку купить, не? Пока нет, там не будет. Пока ничего, Samsung. Ну, так вообще, Puma. Комфортно сесть, посидеть после шопинга. Ну, людей мало, но я думаю, что еще просто сейчас вторник. И где-то сколько время сейчас? Можешь тебя посмотреть? У меня сейчас, я посмотрела, 10 сейчас. Мы отлично вышли в 9:15, пока гуляли, дошли, справились, купили билеты, что очень важно, на Пшемысль. Оттуда через 2 дня мы будем уезжать. Карифор есть. Боже мой, у нас сколько видео было про Карифор в Эмиратах. И он здесь, популярная французская сеть. Старое место, старый город, это прямо. Мы туда идем. Опять-таки, главное еще деньги поменять, потому что на такси мы потратили много. И мы потратили много уже на наш билет в Пшемысль. О, бельишко. Купальники симпатичные, кстати. Угу, хорошие купальники. Ничего, так нравится. Дальше такое молодежное, типа Big Star, это типа конверсов, скетчерсов. Ну да, вот кедики, да, стоят. Ага. Ай, какой цвет красивый. Сколько? 99. Я не знаю, я когда... Пойму, сколько это, переведу. Ничего, тогда смотри, буду видео монтировать. О, аптека. Давай зайдем, посмотрим, что там в аптеке. Может, есть мамины капли.
для глаз. Я не знаю, что это. Ну давай сюда тоже зайдем, потому что нам нужны кремы. Посмотрим, есть ли наши кремы. А кремы здесь не может быть кремов? Я думаю, что нет. Ну давайте глянем, есть магазин Кроп, тоже популярный. Знаете, что приятно? Идешь себе с камерой, и никто не бежит к тебе, не орет. Не снимайте! В магазин зайти, ничего такого. То же самое, в принципе, что есть в Эмиратах. Ну, в принципе, наверное, уже все. Ну, это вот. О, ну давай сравним. Давай сравним. 33. 33 злотых. И Наташа очень любит этот вот тропический запах. Мне понравилось. Ей очень нравится. Нет, это от... От солнца, да? От солнца, да. 34 вот. Разделить на 4,77, это 7 долларов. А у нас... 7 долларов и умножить на 3,68 на дирхам. А в Эмиратах 8 долларов. Ну, здесь дешевле, значит. Ну, дешевле. Давайте просто покажем, что есть, так чуть-чуть. Но мы ищем такой крем классный есть для лица. И предполагаю, что он вообще в специальных магазинах продается. Мы его заказывали. Украине, но сейчас мы не знаем, можно ли заказать. Ну, всякие духи прикольные. Можно, да? Ну, если не найдем, здесь закажем. Да, и привезут с Польши, нам лучше найти в Польше, правильно? Духи есть, все есть. Шампуники есть. Вот, еще целая куча всего. Ну что, крем не нашли пока. Маме капли тоже не купили, они по рецепту. Капли есть, но по рецепту. Ну, где же я рецепт возьму в Польше? А мол яркий, прикольный. Распродажа Nike есть. Даже говорит, хочешь Nike на распродажу? Я говорю, хочешь, но это Дубай, Абу-Даби. Чушь, в Кракове это время тратить. Наташа пошла в Нитки. Так, идемте в Нитки. Найдем Наташу там. Все, Наташа пропала, я поняла. Угу. Очень радует жовто-блакитная ленточка. Сувенирчики, ножи всякие. О, тут прям очередь стоит. Интересно. Чиба, вот еще магазинчик напротив. Я так понимаю, тоже косметика и всякое такое. Росман. Нам сказали вернуться, чтобы поменять евро. По-моему, вот там вот, где мы входили. Кстати, первый этаж, второй и третий. Я думала, что два этажа. Нет, три. Очень большой прикольный мол. Так что, если есть лишнее время, если есть деньги или идет дождь, вот можно провести здесь время. Вот молодой человек так его и проводит, в принципе. Да не, он на вокзал, наверное, едет. А вот еще шоколад нашли. Прикольно, тоже, наверное, по конфетке можно купить, как мы делали видео в Киеве. А, как назывался? Львовский шоколад. Тоже вкусненько. Вот такой розовый, интересный. Это с чем? Орешками, руби, арачидовыми. Руби шоколад просто. Спинат. Вот это вот плиточки. Вот такую плиточку, конечно, да. Так, ну мы идем в фильм. Да. 9,90, 15. Боже, как все кашляют. Ну, зашли в магазин Венеция. Здесь Наташе понравились. Кожа. 179 злотых. Да, вся акция, скидка. Ну, чувствую, сейчас мы здесь все деньги потратим. Пойдем еще 100 евро поменяем. Ну, 107, ну, круто, знаешь, но это мне больше нравятся зеленые. Просто они такие, как... Необычные. Да, необычные. Ну, черные подойдут ко всему. Вот магазин Венеция, он отражается название магазина. Очень много кожаных вещей здесь. Ну, вот такие тоже прикольные, кстати. Вот эти такие, за 209. Ну, да, это стильные. Такие, ну, необычные стильные сандалии. За 199. 199 такие. Но это все кожа, это недорого. Мне кажется, ты сказала, в гривнах 1300, это будет? 1300. Нет, это как бы... Давай ты померишь, и мы посмотрим, да. Что на ногу тебе больше подойдет. А размеры твои? Ну, не знаю. Дальше мы в магазине раз покажу. Вот, как он называется. Венеция. Вот. Так что вот такой он. Пахнет вкусно. Это уже мы на втором этаже. Галереи Кракова или как? Все время забываю. Крамовская галерея. Сейчас будет примерочка у нас. Вышла вам второй этаж показать, просто чтобы было видно. Вот мы на первом этаже были, сейчас поднялись на втором. Третий, видимо, фудкорт, и как в принципе во всех молах. И вот магазин Венеция.
Наташа сюда нырнула. Я ждала с нашими пакетами. Уже был у нас шопинг. Очень красивые, кстати, кожаные такие вот вещи, сумки. Ну, блин, шикарные. Мужские ботиночки. Вот такие, например. 429, хотя мне больше нравятся зеленые. 499. Сейчас Наташа примерит, уже народ так подошел. Ух ты, слушайте, ну вот хорошо смотрятся вот эти вот зелененькие. Оливка, олива такая. Оливочка. А это ты взяла или у тебя было? А вон. О, есть там эти штучки. Стоят вот в таком коробочке. Ну, улыбки. Вау. Прикольно. А ну давай. Мне оливковые очень нравятся, реально. Уже больше? Ну, я не знаю, наверное, больше. Но смотрятся так классно, конечно. Мне так нравится высокая подошва. Ну, высокая подошва – это здорово от земли подальше. Мне еще вот эти вот нравятся. Посмотрите, какие. Ай, класс. 199. 169. А ну, Наташ. Да, наверное, побольше. Сейчас еще черные померяем. Ну, черный, слушай, тоже классно. Сейчас такой-то вот окантовочка золотым. Вообще так, ну, смотрится. И очень даже. И кроссовки New Balance, купленные на Бали, да? Ну-ка. Классно. Слушай, классно смотрится. А это на размер больше, да? Да, 30. Нет, сейчас, если может, последний. Да? То есть те большие, а эти маленькие. Непонятно. Наташа уже вторую пару зелененьких принесли. Хотим показать вам. Ну вот это вообще просто такая милота, ляпота. Ну, 269. Ну, очень классно. Венеция прям рада. Прям итальянская мода. Так, а ну, Наташ, давай этот тапочек. Это она снимает черненькие. И сейчас будем мерить зелененькие. Последняя пара. Да. А, потому что цена такая, потому что последняя пара. Вообще класс. Просто, народ. Как же оно классно смотрится, реально. А как оно удобно, интересно? Ну, не знаю. Не знаю. Классно. Ну, по крайней мере, стильно. Да, очень стильно. Такой стилек. Класс. Да, это мне смешно. Так, ну давай тогда. Красивый. Салатовые давай. Наташа отправила посмотреть, сколько фиолетов. Вот это вот, Наташ? Вот это? Какие вы на... Что я уже все попадало. Так. Кто будет? Польша? Италия? Нет, это самое турецкие. Турецкие, говорят. 279 стоит сумочка. Наташе очень понравилось. Говорит, Турция делает. Говорит, Турция делает, да? Наташа, это 279. 279? Да. А це шкіра? О, девочка все, понимает, це... говорит, все кожа. Все кожа, это классно. И все турки? Турция? Нет. А крас Турции, але иные сон, теж с Польски, с Италии, теж с Румунии, Албании, Испании, Португалии. Короче, Италия, Румыния, Португалия, Испания делают. Вот это вот конкретно Турция, то, что Наташа меряет. Слушайте, ну магазинчик прям таки вообще интересный. Как Наташа в него занырнула? Ну, видит. Эксперт нашего канала. Пахло кожей, понятно. Ну, давай, вставай. А ну, дай чуть выше. Наташа ушла, когда я приблизила. А ну, давай-ка сюда. Ну, дорогие наши, особенно подписчицы, что скажете? А ну, еще и повернись ко мне передом. Ну, смотрится так хорошо. А ну еще, знаешь, такой оливка, но не яркая такая оливка, но прикольная. А ну еще боком в ту сторону смотри. Все, сейчас Наташе дам посмотреть, она не падает, и она оценит. Ну, Наташа рассматривает злот, это да. 200 злотых, а стоит такая красота 179. Каждому. Ну вот, все. Наташа делает выбор. Кстати, в этом моле можно гулять с собаками, смотрите, запросто. Вот так вот. Приятно как. Вот берешь четвероногого друга на шопинг, и ему не скучно, и вам классно.
все, народ. Ну вот такой краткий обзор, быстрый, этого мола. Кому нужно, заходите. Кому нужно, не заходите. Мы его немножко показали. Фу, сейчас идем обменка валют и пойдем посмотрим наконец-то Краков. Наконец-то. Очень бы хотелось наконец-то. Профдеформация, мы только по молам этим и ходим, такое впечатление. Хотелось бы приобщиться к великому. Ну, и вы, конечно, уже с нами. Собрались уже выходить из центра. Смотрите, какой дождяра. Ёлки-палки. Это просто жесть. Ёлки-палки. Злыва. Можно плыть. Ну, как и обещали. Ой, как и обещали, конечно. Жестячок какой. Мы уже все деньги прошопили, да? Ого. Мы уже все деньги прошопили. Даже как-то, ну... Евро с собой не взяли, все, евро в отеле лежит. Ладно, ждем. Целее будет.